Я рад приветствовать любителей сказочных историй на канале Дамако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Owlboy. Как вы помните, мы продолжаем наше путешествие внутри этих кошмарных лавовых недр, где нас ожидает, походу, не менее кошмарное зло, которое притаилось там, оно кричало, оно рвало, оно недовольно, что мы находимся в ее землях. И скоро, чувствуем, мы с этим злом встретимся. Но победив короля обезьян, мы немного набрались храбрости, обрели веру в себя и продолжаем наше путешествие. Надеюсь, этот... Оу. Вдруг откуда ни возьмись, появились кольца. Нас куда-то манят. Это куда-то нам туда именно надо, да, наверное, направо. Так, Альфонс, постой тут. Не могу? До сих пор не могу? Да, до сих пор не могу. Вау. Воу-воу-воу, Альфонс! Альфонс! Спасаю тебя, друг! А чё? Я бы на вашем месте бы наваливал, ребят. Да тихо. Мы сейчас тут все сгорим. Обезьянка! Ну и в пень наш распри. Давай уходим. Обезьяна, глупое создание, нет! У этих обезьян вообще нет чувства самосохранения. У них вообще нет чувства самосохранения. Они кидаются просто. Я готова тебя убить, хоть умру сама. Аллилуйя. Что-то я чувствую, мы тут не все монеты добыли. А, нет, все. Тогда можно не париться. Все, я забыл про все. Летим. Постой тут, я нас покручу. А, с тобой нельзя крутиться. Давай. Постой тогда здесь. Ух. Может, этот аппарат как раз и... Вот мы сейчас его и включили? Может, не надо было это делать? Да наступит конец света, да? О, валим! Пятки горят! Лети, друг, лети! Так, давайте съедим. Быстрее будем двигаться, наверное. Я на это надеюсь. Обезьяна глупая. Нас всех убьют, а ты все в драке лезешь. Ну что за... Тихо! Нет, нет, ну пожалуйста! Ой, блин, ну это вообще... Ой, слава богу. А мы навалили. Умудрились. Артефакт! Артефакт! Его же тоже накрыло. Отус, ты цел? Нужно поскорее отсюда выбираться. Нам с этим не справиться. Давай, давай искать выход, Лотус. М? Земля что-то трясется. Давай выбираться отсюда, пока не поздно. О боже. Что происходит? Червь гигантский, лавовый, механический. Это тот самый, он ожил. Что с ним делать? Так, центр. Ой. Так, понял. Тихо, тушится. Так, я пока еще ничего не понимаю, что с ним делать. Я понял, что надо стрелять, когда он вылазит. Когда он в такой, типа, форму. Вот в центре довольно-таки безопасно.
и уворачивается от его огненной фигни, которую он раскидывает. А потом он начинает стрелять пламенем, и тогда становится вообще все очень плохо. Так, ну вроде как его можно, в него можно стрелять и когда он катится. Ну, то есть просто когда вылазит, да? Мы тогда можем в него стрелять. Он точно такой же, как вот те черви, которые вылазили из дыр, короче, вы помните? Только он пострашнее будет. Покрупнее. Ай! Покрупнее и пострашнее. Ай, ну почему? Почему ты все время задеваешь? Вот не люблю я сейчас какие игры, где нельзя задевать до врага. Вот прям, это явно не мое, потому что для меня, видимо, задевать очень надо. Обязательное условие. Довольно-таки неприятный босс. Я не скажу, что он сверхсложный, но он реально неприятный. Вот как от него нужно уходить. Ху-ху-ху-ху-ху. А я под ним прятался постоянно. И постоянно получал, кстати, по щам. А теперь я понимаю, скрываться можно. Так это теперь на изи будет. Ну, наверное, не совсем на изи, конечно. Вот. Ай! Ну как, когда я успел стрельнуть-то? Когда я успел стрельнуть? Я даже в него не попал. Если даже стрельнуть, то я в него вообще не попал. Когда я Лефонсом успел стрелять? Вообще не успел, это уж точно. Ладно. Сам лезу. Надеюсь, что попадают. Очень бы хотелось. Противный черт. Так, ну-ка давай, вылазь, где ты? Почти задел меня. Хитрец, молодец. Ну думаю, тебя убьем. Я надеюсь, мы можем его вообще, реально его можем убить? Надеюсь, что да. Мелких, когда мы убивали, они как бы по кускам разваливались. Ой, это больно. Да, переключись. А этот что-то как-то совсем уж больно живучий. Да не-не-не, ну как-то, подожди. Походу, это еще не все. Нет, это не все, нифига. У него вон на голове штука какая-то. Ну-ка, схвати ее быстро. Дергай. Мы оседлали червя. Подожди. И че? Сложно ориентироваться.
Ломать червь! Да не меня. Все ломай, а меня оставь. Можем стрелять? Ты же стрелял огнем, я тоже хочу стрелять. Тут каждый раз надо разные кнопки тыкать. Нет. У нас совсем мало хп. Прикольно, знаете, сделано. Нет, 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 ну поднимай меня. Очень сложно ориентироваться. Получается, как бы он по кругу катит. И ты должен постоянно то вверх, то вбок, то куда. И как бы надо понять еще куда. Я вот вообще не ориентируюсь. Ладно, давайте еще попробуем. То есть вверх-вниз вот сейчас надо нажимать. Вверх-вниз. А вот сейчас надо влево-вправо. Или всегда вверх-вниз? Походу всегда. Ну, а там-то, что я должен был сделать? Везде камни. Нет, нет. Не просто. Всегда вверх-вниз. Я думал, что просто надо понимать, когда, видимо, вверх, а когда вниз. Тихо-тихо-тихо, не задеваем. Летим аккуратно. Нет, нет, вверх, вверх. Да вверх ты, ё-моё. Вниз, вниз. Вверх, вниз, 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 лево, вниз, С. Нет, нет, ну дракон ты, ё-моё, долбанный червь. Вези меня как нормальный, как короля вези. Чё возишь меня как тряпку какую-то? Давай. Мы залетаем. О, хватайся. Хватайся! Он спас меня? Думаю, с ним покончено. Надо поубедиться. Да ну его в пень. Пускай там, может, какой-то переключатель у него на голове. Это механизм какой-то. А вот, получается, мы в ледяное, да, пришли. Так, недра. В недрах все. Мы молодцы. Вы знаете, мы молодцы. Мы справились. Правда, нас чуть не убили. И убили же раз. А вот и червь. Червь, у тебя есть что там? Я не знаю, какое-нибудь добро, золотишечка там. Эй, погоди. Да уж, ребят, еще по чуть-чуть и... Ну мы справились. Мы отличная команда. Такой сразу по... Молодец, сразу к нам подрезался такой нормальный. Отличная команда. Команда? Ты вместе с пиратами напал на Вэлли. Ты был с ними заодно, на момент атаки на Адвент. Ты пытался нас убить на падающем континенте. На парящем, простите. Ну, он уже падающий, наверное. С чего ты вдруг решил, что мы одна команда? Мне жаль. Я не знал. Что замышляют пираты на самом деле? Я просто не хотел быть один. Ты нам не нужен. Ты вообще нам не сдался. Так ведь, ребят? Ребят? Как бы то ни было, я не могу винить его за то, что он примкнул к пиратам. Я вместе с ними и Дирком спланировал атаку на Вэлли. Я сам пират. Ты что? Серьезно? Это не одно и то же. Отус? Как хотите. Однако я терпеть это не собираюсь.
Я и возвращаюсь в Вэлли. Он ушел? Блин, я не хотел доставлять вам проблемы. Пойду-ка я домой. Да мы все расходимся. Да нет, ребят, вы че? Что же? Не переживай, господин Отус. Где еще вернется? А пока что давай искать выход отсюда. Ребятки, ну чего вы все сразу разбежались-то? Мы только могли быть нормальной командой такой, Dream Team. Ой, привет. Вы могли мне помалость подсобить? Мне через этот лед не пробиться. Спасибо. Как видите, да, все мы ищем друзей. И не всегда бывает так, что друзья действительно хорошие. Иногда бывает, мы отдаем часть своей души, часть сердца человеку, который вообще этого не заслуживает. И потом со временем мы это понимаем. Мы, наверное, все через это проходили. Я не могу пройти. Эй! Тебе там помощь нужна? Слушай, если ты поможешь мне вернуться домой, то я помогу тебе выбраться отсюда. Мне нравится Отус. Он все время как будто только с просони. Я позволю тебе меня поднять. Только чуть сильно не царапаться. Договорились? Ну давай. Я не сильно царапаюсь. Хватит. Ну-ка, ну-ка, давайте проверим, что он может. Зацепиться, удержать РТ. Паутина. А я бьюсь головой. У меня ХП тратится? Я вот не понимаю, вроде бы. Вроде как бы. Вроде как бы нет. Так, а здесь... нет, здесь вроде место обычное, да? Тихо. Выбираемся потихоньку. Опа! Вот так вот мы, ребята, с вами там через водопад-то и сможем пробраться. Помните, да, там недалеко. Вау. Эй, птицы, они улетели, представляете? Типа, да нафиг нам. Один удар, я умер. Ну блин, вот это обидно. А сейчас, надеюсь, я на черве опять кататься не буду. Причем, кстати, заметьте, я... это в другую сторону. Причем, заметьте, я... не могу выбрать нашего дорогого друга. Ну, в принципе, да, он ушел уже, да, нам говорят. А смотри, он тоже кидается. Он такими чисто мелкими. Пш-пш-пш-пш. Тоже паутинкой. А если удерживать, то стреляет вот этой штукой. Давайте проверим, что паутинка это будет делать. Но мне кажется, она либо замедляет... либо приклеивает к стенке, там еще к чему. Тихо. Тут теперь полная ХП у нас. Точно. Это эффективно. Вы знаете. Это довольно-таки эффективно. Тут,
наверное, мой, как я уже... Он довольно быстрый. Очень проворный паучок. Вот мы и выбрались. Так, это что такое? Это что-то, что мы можем поднять? Нет? Отлично. Думаю, отсюда я смогу добраться домой. Спасибо за помощь, ребят. Что ты думаешь, Альфонс? Как он тебе? По-моему, нормальный парень. Альфонс, убежали? Ах ты собака. Я ж тебя разморозил. Я ж тебе жизнь дал. Ну что ты за собака? Все, короче, ты меня бесишь. Гори в аду. Так, а тогда слева что там было? Я могу высоко подняться? А, ну не слишком высоко, понял. Альфонс, дорогой друг. Я про тебя не забуду. Идем вместе. Так, от... О, а тут сундук, смотрите. Значит, здесь должны быть деньги. Странно. Может, пока мы монетки не нашли, нам не определяют, что типа есть деньги. Давайте я одну схвачу. И мы посмотрим. Да, Мезос. Или Мазос. Тут всего 100 монет. Не зря я сюда полетел. Ладно, теперь можно обратно. Посмотрите, какая интересная гора на заднем плане. Она с каким-то отверстием, что ли, или что? Это вход какой-то. Две штуки там причем. Ну что, я вернулся. Их, походу, тоже надо будет убить, чтобы нам сундук дали. Ага, вон еще один сундук. Как ты висишь в воздухе, друг? Ну, тебя поджарить. Ну, давай, кидайся. Так, проверим. Тогда есть шанс, что, возможно, мы и там упустили что-то, внутри пещеры. Ай! Летучая дурная штука. Давай. Давай, подходи. Мой мушкет отразит любую атаку. Оп-оп-оп-оп-оп. Мы опять в пещеру лезем. Мы только из пещеры и обратно в пещеру. Из пещеры в пещеру. Мы в доме с Альфонсом, других я выбрать не могу никого. О, смотрите, нам опять нужен наш товарищ паучок. А, понял, короче, мы наверх не сможем, нас просто не пустят. А направо мы уйдем, но потом опять паук нам понадобится. Смотрите, это что такое? Изучить. Вау, ручка. Рукоятка, представляете? Вау. Секретная тайная дверь в логово Бэтмена. Я уверен. Нет, со сундуком просто. Это сундук Бэтмена, ладно. Вау, что такое? А, наверное, что-то надо сделать, чтобы этот сундук активировать.
Альфонс, ну? Сундук не дают. Что за сволочи? Что они от меня хотят? Дайте сундук, волки позорные. Не, он тут явно что-то надо сделать. Ну, может быть, не конкретно тут, но вообще надо что-то сделать. Не нравятся мне такие загадки. Что за фигня? Я тут, понимаешь, по чесноку нашел дверь, которую не каждый, наверное, сможет заметить. А они мне еще тут... Смотрите, есть пираты везде. А они мне еще и сундук не дают. Тс. Это моя семья. Кажется, у них проблемы. На сегодня наша инспекция подошла к концу. Не делайте глупости, если жизнь дорогая. А это дедуля, да, а это, наверное, кто-то там, отец, может быть. Мы будем тише воды. Отлично. Если вы продолжите не усложнять нам работу, то наша оккупация окончится, не успеете вы и глазом моргнуть. Я вернусь завтра. Вот козлина. Это подонок у нас все вверх дном перевернул. По крайней мере, они не добрались до нашего винного погреба. Пойдем внутрь, пока они не вернулись. А то я так совсем замерзну. Бедный дедуля. Черт, я не думал, что пираты будут доставлять проблемы и моей семье. А ты что думал, что типа только нашим должны они доставлять проблемы, а твоих не трогать? Пойду-ка я их проведать. Как говорились... Почему-то тут так много пиратов. Нам нужно разведать эту местность, но... Не нравится мне это, Отус. Если мы и надумаем идти дальше, то делать мы это будем... Должны очень-очень осторожно. Пожелай, пока скроюсь от посторонних глаз. Скройся тут. Я тебя тут скрою, ты не против? Так что это такое? Ага. Но здесь мы, наверное, выйти не сможем, пока не поговорим, наверное. Да пока нам не дадут пропуск. Ключ не дадут или что-то в этом духе. Но похоже на пиратскую дверь, если честно. Так, ну нам по-любому надо внутрь идти. Подошла к концу и эта серия по игре Owlboy. Ну что ж, дорогие друзья, по-моему, мы обрели нового товарища. И хоть некоторые наши друзья не особо рады прибавке в наших рядах, но надеюсь, со временем гнев сменится на милость, и мы сможем совместными усилиями достигнуть новых целей. Но все это вы уже увидите в новых сериях. А сейчас не забывайте ставить лайки, комментируйте это видео, делитесь с друзьями, а также добавляйте плейлисты и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А с вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока!